Прогляд доброго кіно удалое рішення летнього вечора. Колекційні стужки фесту «Листопад» пропонує гараджанам кінотеатр «Радзіма». На протягу месяца у могилевцев будет уникальная возможность проглядеть лепшие киностужки опошних трех год. Лауреаты и призеры буйнейших сусветных фестивалей будут чекать встречи с глядачом у малой зале кинотеатра «Радзіма». Мы хотим представить нашим могильчанам хорошее, качественное кино. Мы в этом проекте, естественно, не предоставляем фильмы кассовые. Вот. А фильмы авторские, фильмы фестивальные. Две комедии, две драмы и один документальный фильм из Испании, Франции, США и навод Новой Зеландии. Каждый из них будет на экранах двойче у день, на протягу усяго тыдня, с понеделка по неделю уключно. Распочнется программа с испанской комедийной мелодрамы «Летняя ночь у Барселоне». Шесть историй кахания разгортываются у декорациях неповторного ночного города. Приближение кометы будет означать конец света. И только вода защитит нас. А чего же она нас защитит? Не знаю. От всего плохого. Мне больше нравится моя теория о гигантской падающей звезде. Это глупая теория. Сочите за афишами и приходьте на прогляд. Коллекция международного фестиваля «Листопад» чакая на показы, что дённо у 17:30 и 20:00.